Приветствую всех, друзья! С вами Рушан Балеев, ваш личный риэлтор Черногории. Сам из России в Черногории уже 10 лет, и потому смотрю на жизнь изнутри, глазами россиянина. Руковожу агентством недвижимости «Каратау». Офис компании работает на Приморье, в городе Тивате. Что позволяет быть в курсе изменений законодательства в области недвижимости, тенденций на черногорском рынке и общей ситуации в стране. Работаю напрямую с продавцами. Каждый объект своей базы я посетил лично. Это гарантирует вам рассмотрение только реальных объектов и выбор оптимального для вас варианта, исходя из ваших пожеланий и потребностей. Черногория привлекает прежде всего своей природой, экологией, чистым морем, мягким и здоровым климатом, общей безопасностью в стране. Плюс транспортная досягаемость Европы, безвизовый въезд для большинства стран. Вот набор, приятный во всех отношениях. Соответственно, широк круг возможностей, которые открываются перед покупателем черногорской недвижимости. Первое, о чем хочу сказать, это право на получение вида на жительство в Черногории. Вы сами планируете, сколько времени будете находиться в стране. Можете открывать счета в местных банках, дети могут посещать местные школы и детские сады. Дети растут в прекрасных здоровых условиях, а старшее поколение обретает спокойные и мирные условия жизни в экологической стране. Мой многолетний опыт и знание рынка Черногории – это ваша страховка от возможных ошибок и просчетов при принятии важных решений в новых для вас условиях. Вы получаете ответы на свои вопросы сразу, на берегу, до того, как отправитесь в плавание. Сбереженные средства и время используйте для насыщенной жизни в этой прекрасной стране. Обращайтесь ко мне напрямую вот по этому телефону. В удобном для вас мессенджере. Теперь кратко о процессе купли-продажи недвижимости в Черногории. Начинаем работать с вами еще до приезда в страну. Вместе определим критерии выбора объекта недвижимости, исходя из целей, которые вы хотите достичь, индивидуальных потребностей и пожеланий. Конечно, с учетом особенностей Черногории. При знакомстве вы получаете книгу «Как купить дом в Черногории своими силами». Это пошаговое руководство с полным описанием всех этапов покупки недвижимости здесь. Ссылка под этим видео. Далее вы получите предварительный подбор объектов по вашим критериям. При необходимости уточним критерии выбора и дополним подборку. Нерезиденты могут приобретать в собственность любые объекты недвижимости и земельные участки площадью до 5000 квадратных метров. Интересующий всех вопрос, что и сколько стоит в Черногории? Очень осредненно можно привести такие цифры. Квартиры продаются по цене 1200-2800 евро квадрат, дома 500-1800 евро, земельные участки 10-700. Да, диапазон очень широк, так ведь и предложение объектов недвижимости очень широко. На цену влияют регионы, конкретные локации, расположение объекта, удаленность от моря, видовые характеристики, качество строительства, отделки, обустройства, престижность конкретного жилого комплекса и многие другие вопросы. Все так же, как у вас дома, только с учетом особенностей и традиций Черногории. Например, квартира, которая располагается в 10 метрах от моря и в 800 метрах от элитного жилого комплекса Порто-Нове, площадью 41 квадрат, стоит 102 тысячи евро. Как понимаете, в цене учтены и комфорт самой квартиры, удобство и престижность локации и большой арендный потенциал. Ссылка на описание этой квартиры вы найдете под этим видео. Затем ваш приезд в Черногорию. Встречаю вас в аэропорту. Ознакомлюсь с регионом, где предполагается приобрести недвижимость. Посмотрим отобранные ранее объекты. И вы выберете свой, тот, который соответствует пожеланиям, целям, бюджету. В общем, лег по душе. Вместе с вами и продавцом объекта еще раз согласуем параметры условий сделки. Далее организую саму сделку. Купля-продажа недвижимости в Черногории оформляется нотариально. Все объекты на учете в кадастре, это управление недвижимостью Черногории, и в налоговом управлении Черногории. Нотариус является гарантом того, что продавец получит всю оговоренную денежную сумму, а покупатель – приобретаемую недвижимость, особенно если оплата происходит поэтапно. После 100% оплаты цена объекта нотариус передает документы в кадастр и налоговую службу для оформления недвижимости на ваше имя, как нового собственника. Ваши расходы при покупке недвижимости в Черногории. Стоимость самого объекта, услуги нотариуса и лицензированного переводчика, плюс налог 3% от цены объекта. Итак, немного о налогообложении недвижимости. Ставки налогов одинаковы как для иностранных граждан, владеющих жильем в Черногории, так и для граждан страны. Есть понижающие коэффициенты, которые могут применяться только к единственному жилью резидентов страны. Но это не сильно влияет на окончательную сумму к уплате. Все расходы и налоги по оформлению недвижимости оплачивает покупатель. При совершении сделки купли-продажи недвижимости в Черногории покупателю необходимо оплатить единовременный налог в размере 3% от оценочной стоимости. Государственная кадастровая оценка объекта проводится на основе рыночной стоимости недвижимости. В случае, если недвижимость покупается у застройщика и сделка оформляется между физическим и юридическим лицом, застройщиком, то налог покупателем не оплачивается.
Ежегодный налог на недвижимость составляет от 0,1 до 1% от стоимости объекта в зависимости от местоположения и типа объекта. В среднем ежегодный налог на недвижимость в Черногории составляет от 50 до 500 евро. Иностранные граждане или граждане Черногории, для которых приобретаемое жилье является вторым, то есть для отдыха, и в случае, если это жилье находится в зоне туристической активности, оплачивается еще и туристический налог. К туристической зоне относится все побережье. Размер налога устанавливается местным муниципалитетом. Рассчитывается он, исходя из площади объекта недвижимости, количество мест по 15 квадратных метров на место, и размеров сборов за проживание, установленных местными властями. Например, на Барской Ривьере за дом площадью 200 квадратов с участком 10 соток в 600 метров от моря оплачивается налог в размере от 280 до 350 евро в год. А за такой же дом на первой линии 300-350 метров от моря уже 1000 евро. На Будванской Ривьере налог может достигать и 1500 евро. Подытожу, что вы получаете, работая с Каратау. Первое. Предварительная консультация по вопросам недвижимости Черногории и жизни в этой стране. Второе. Личный риэлтор подберет объект недвижимости с пониманием ваших потребностей и пожеланий и организует их просмотр на месте. Третье. Гарантируем покупателю и инвестору независимую оценку и объективный взгляд на предлагаемый объект недвижимости в Черногории. Четвертое. Техническая организация самой нотариальной сделки. Оптимальная схема платежей по договору купли-продажи. Пятое. Помощь в обслуживании вашей новой недвижимости, обустройство, ремонт, покупка мебели и бытовой техники, уборка, охрана, оплата коммунальных и налогов платежей. Шестое. Управление вашими объектами от сдачи в аренду до технического обслуживания. Седьмое. Регистрация юридического лица. Это при желании вести свой бизнес в Черногории. Восьмой пункт. Вы всегда можете быть уверены в сохранении конфиденциальности условий вашей сделки. Сопровождение в процедуре оформления ВНЖ в Черногории – подарок нашему покупателю. Все вышеизложенное, конечно, схема. По ситуации мы сможем внести в нее коррективы. Желающие найдут саму схему на сайте агентства по ссылке под этим видео. Получение документов о собственности завершается процесс покупки недвижимости. Однако вы и далее обращайтесь с вопросами. Мы готовы помочь вам обживаться в новых для вас условиях в новой стране. Звоните, пишите мне напрямую по уже известному вам телефону в удобном вам мессенджере. Если вы недвижимость покупали для сдачи в аренду, предлагаем управление объектом для получения дохода при вашем минимальном участии в процессе. Обратившись однажды, клиенты остаются с нами и советуют нас друзьям, что является лучшей похвалой. Будем рады дружить с вами. Также приглашают частных риэлторов и агентства зарабатывать вместе. Приведи клиента, получи проценты, минимум затрат, максимум выгоды. И до встречи в сказочной Черногории. Чао-чао, друзья.